Куда сдать старую машину? Об этом говорим сегодня в программе «Главные новости» в студии Лейсана Анатольевна. Здравствуйте. Итак, напомню, номера телефонов прямого эфира 8 800 532 55, а также 511 99 66. Так что в течение ближайших 20 минут вы можете звонить по этим номерам и задавать вопросы нашему гостю. А также одновременно в нашей группе ВКонтакте телеканал «Татарстан-24» проходит опрос. Тема, которую мы сегодня обозначили – сталкивались ли вы или слышали ли вы, вернее, про программу по утилизации автомобиля? Вот такой вопрос мы сегодня задаем. А в гостях у нас сегодня Владлен Копвилем, да, представитель Федерации автовладельцев России в Казани, юрист. Здравствуйте, Владлен. Здравствуйте. Дело в том, что практически, думаю, каждый из наших зрителей, из нас сталкивались как раз с этими заброшенными автомобилями в наших дворах, которые буквально гниют, разваливаются. Что с ними делать и как быть, куда обращаться? Об этом мы сегодня, напомню, говорим в нашей программе. И в качестве иллюстрации хочу привести один сюжет. Значит, в Альметьевске начали решать проблему брошенных автомобилей по-своему. Специальная комиссия будет выезжать по заявкам жителей, искать хозяев автохлама. Если владельцы не обнаружат, машину увезут на стоянку временного содержания, а после признают муниципальной собственностью. Давайте вместе посмотрим сюжет. Эта машина, по словам местных жителей, стоит во дворе по улице Белоглазова уже 3 года. Ее хозяина давно никто не видел. Ну, это она, наверное, по городу не одна такая. Очень много этих потеряшек, этих машин брошенных. Ну, вот если этими машинами займутся, прекрасно будет, и город чище. Да и экология, конечно, тут же такая свалка. Из-за автохлама зимой невозможно качественно убирать снег, летом разносится запах отходов. Просьбы жильцов были услышаны, исполком города утвердил порядок действий в таких случаях. Специальная комиссия будет выезжать к месту стоянки брошенных авто и пытаться найти хозяина по госномеру или по уникальному коду транспортного средства. Затем на машину клеит объявление с просьбой убрать ее. Если хозяин не объявится в течение 3 дней, автомобиль увезут на стоянку для временного хранения. Сегодня знаменательный день, и в Альметьевске мы начинаем работу по, значит, вывозу этих автомобилей полномерному, заставим график, и все бесхозные автомобили, уже наконец-то появился этот инструмент, который позволит нам их вывозить. Еще один бесхозный автомобиль много лет стоит во дворе на Ленина. Объявление с просьбой его убрать висит на единственном оставшемся стекле. Собственник может его забрать. Если он не забирает его, то мы передаем материалы в суд на признание транспортного средства безхозяйного, и оно уже переходит в муниципальную собственность. Если в вашем дворе есть автохлам, можно обратиться в департамент экологии и благоустройства. Принято уже 78 заявок от жителей. Ольга Морская, Диана Янтимирова, Ильшат Бахтиев. Новости Татарстана. Владлен, два момента. 78, сказали только что, да, корреспондент, автомобили только в Альметьевске, получается. А таких потеряшек на самом деле очень много. Вы знаете, мне всегда было любопытно, природа, откуда этого явления, откуда они берутся, эти гниющие под открытым небом автомобили. Большинство даже воспроизводит такое приятное впечатление. Ну, во-первых, человек может переехать в какой-то другой город. Ему старая машина не нужна. Человек мог купить, ну, я не говорю даже о том, что, например, человек сел, да, ну, его закрыли на несколько лет, машина, естественно, стоит, гниет где-нибудь во дворе, где он раньше жил. А человек, ну, вот я говорил уже, может переехать. Человек может переехать в другой город там, или купить новую машину, и со старой машины она ему просто не нужна. То есть вариант, человек может просто умереть, скажем, у него нет, например, наследников, или наследники не знают, особенно если наследники в каком-нибудь другом городе, что у него была машина. Вот оттуда берутся. Еще есть, конечно, разные варианты. Ну, это самый популярный, наверное, сейчас. Да, но это самые стандартные варианты. Ну, вот реально, как вы думаете, вот сейчас меры какие-то предпринимать на муниципальных уровнях, понятно, мы об общей такой большой программе тоже сейчас поговорим. Реально очистить это или... Мне кажется, нереально. Более того, то, что сказано сейчас в сюжете, что 78 машин, это только пока сколько обнаружили, сколько только заявок. Реально их наверняка намного больше. Просто не обо всех сообщают. Хотя, значит, в Татарстане есть программа специально по обнаружению, она через народный контроль действует. Другой вопрос, какова ее эффективность. Но через народный контроль можно сообщить, значит, так называемый уполномоченный орган или там в администрацию о том, что, вот, например, во дворе там стоит какая-то брошенная машина.
А вот программа утилизации, она прям даже же принята, по-моему, несколько лет назад была, таких автомобилей. Ну, и, по-моему, если я не ошибаюсь, по ней можно сдать машину, вот подсказка, старше 10 лет. Не, можно сдать, вот там есть просто определенные условия. Мало того, что 10 лет, она должна быть, ну, условно говоря, окомплектованная, еще что-то. Ну, там есть определенные условия, и за нее дают 50 тысяч, но не деньгами. А дают, скажем так, если ты покупаешь новую машину. Более того, учитывая, что там какие-то есть посредники, не напрямик, реально люди говорят, они получают 42 500, по-моему, тысячи рублей, вот реально в зачет новой машины. А если человек не хочет покупать новую машину, так ему вообще, по-моему, только 5 тысяч рублей выдают на руки. И все. То есть эта программа утилизации, хоть идея и благая, она на самом деле на деле не совсем хорошо работает. Не очень хорошо работает, скажем так. Угу. Так, говоря. Хорошо. А вот вы сталкивались с этой программой? То есть, допустим, по этой программе утилизации, какие автомобили можно приобрести, с какой скидкой? Значит, там сделано так, это как раз пытались поддержать отечественного производителя. Угу. В основном только отечественные автомобили, там не свыше определенной какой-то суммы. Угу. Вот. На тот момент, когда ее принимали, это было, по-моему, 600 тысяч. Ну, сейчас, наверное, может быть, чуть больше сумма. Но это только отечественные автомобили, либо это могут быть импортные автомобили, но которые собираются на территории России. Угу, то есть ограничения стоят? Да. А среди ваших клиентов, допустим, много ли есть людей, которые прибегали к этой программе или интересовались ей? Я об этом не знаю. Потому что как-то не было такого, чтобы люди обращались именно с этой проблемой. Угу. 8 800 532 55 и 511 99 66. Сегодня у нас в студии находится юрист, который специализируется на вопросах, связанных как раз-таки с автомобильной темой. Поэтому я призываю вас звонить, задавать вопросы напрямую нашему гостю. У вас есть такой уникальный шанс. И, конечно же, одновременно в группе ВКонтакте телеканал «Татарстан-24» проходит опрос. И нас интересует, слышали ли вы про программу по утилизации автомобилей. Там будут приведены варианты ответов. Мы ждем вашего голосования. В конце программы с нашим экспертом, конечно, все это обсудим, потому что действительно интересно, что же получится. Ну вот сейчас мы говорим больше скорее о недостатках этой программы, да? Но на ваш взгляд, все-таки, когда она может и при каких условиях полную меру заработать? А нужно менять условия. Потому что, вот смотрите, вот если у меня есть старая машина, но она, ну, более-менее в хорошем состоянии. Я же понимаю, ее как старую машину могу продать намного дороже, чем вот эти 50 тысяч рублей, которые дает мне государство. Угу. А на вот. Что, например, как? Ну нет, я просто ставлю ее на рынок, неважно, на авторынок или там через какую-нибудь платформу, сейчас очень много по интернету. Вот. Я даю объявление, что я продаю свою машину. И очень даже старые машины, которым там больше 10 лет, ну, можно продать, условно говоря, за 100, там, за 80 тысяч, которые, ну, я имею в виду даже отечественные машины, импортные еще дороже. Ну, вот. И это получается намного больше, и, естественно, очень много фирм, которые есть, принимают старые машины, у них, правда, каждая фирма своя, трейд-ин так называемый. То есть ты можешь дать старую машину, понятно, там занижает стоимость, но тем не менее эта сумма, а сумма это наверняка больше, чем эти 50 тысяч, идет в зачет какой-то новой машины. А можно ли сдать автомобиль, например, на автозапчасти? Тогда вроде бы наоборот выгоднее должно получиться. А это получается, у нас нет такой фирмы, которая комплексно вот взяла бы машину и говорит, да, условно говоря, аккумулятор стоит столько, там, там стекла стоит столько-то и так далее. Вот. Нет фирмы, это получается, человеку нужно отдельно продавать. Ну, аккумулятор, например, у нас можно сдавать, но у нас не деньгами, а у нас, например, выдадут тебе новый аккумулятор, да. Я не знаю, стекла, наверное, тоже можно куда-то сдать, ну и так далее. Там дверца, то есть так называемый на развал или там на разбор, можно сдавать, но получается, все по частям приходится сдавать, либо если, ну, может быть, какие-то частники, которые там где-то в гаражах работают, может быть, полностью возьмут, но получается невыгодно человеку это сдавать старую так машину. А в сюжете, который мы с вами посмотрели, как раз уже свой алгоритм по Альметьевску был приведен. А если, допустим, вот я житель Казани, Нижнекамска или иного другого города Татарстана, столкнусь с тем, что, вернее, ежедневно сталкиваюсь с такой вот костлявой конструкцией, которая портит мне настроение и забирает чье-то машиноместо, да? Что мне делать алгоритм? Вот смотрите, дело в том, что алгоритм у вас в сюжете сказан в принципе правильный, просто в разных городах он немножко разный, потому что все принимают... Вот
дело в том, что это муниципалитет, на уровне муниципалитета принимается какое-то вот это решение, положение, как именно порядок. Порядок именно, в принципе, такой, везде просто меняется, ну, скажем так, количество дней. Вот я, например, могу сказать по городу Казани, вот, получается, процедура еще очень длинная. Значит, ну, вот есть такая бесхозная машина. Значит, вы, ну, вариант первый, можете по народному контролю обратиться, либо обращаетесь в свою районную администрацию, это районная администрация, которая должна создать комиссию. В комиссию войдет обязательно, значит, ну, представитель районной администрации, войдет обязательно, значит, ну, если это на территории какого-то дома, потому что у нас нет свободной вот территории, она или муниципалитету принадлежит, или какому-то дому. Значит, если на территории какого-то дома, значит, войдет представитель этого дома, там, ТСЖ или там управляющая компания. А, как правило, будет представитель МВД. Ну, как, вот. Они должны, вот если показания брать, во-первых, машина должна быть бесхозной, вот так стоять минимум полгода. Минимум полгода. Подожди, это только начало. Так. Значит, минимум полгода. А, значит, это после того, как вы заявите, что вот, а это уже несколько месяцев пройдет, стоит бесхозная машина. Угу. Бесхозная это как определяется? Либо спущенные шины, не запираются дверцы, или там нет стекол, или каких-то дверей вообще просто нет, ну и так далее. Да? То есть она уже вся скрученная, там, ну уже практически ничего нет. То есть это несколько месяцев прошло, вы заявляете, после этого должно пройти минимум полгода, после этого приходит эта комиссия, который, значит, составляет акт, в каком состоянии машина, делает фотографии, потом вот прикрепляет, ну, если есть лобовое стекло, лобовое стекло, если нет, ну, куда-то к машине, там, к капоту, если он есть, или там к дверце, если какой-то есть, прикрепляет объявление, что там в течение, например, 3 рабочих дней хозяин объявился и переставил куда-нибудь машину. Предположим, хозяина нет. Так. А после этого, значит, выдается запрос уже в ГИБДД, чтобы определить собственника. Но если номера скручены, вы понимаете, есть, конечно, более современная машина, там есть где передняя торпеда, где под лобовым стеклом, там указан ВИН-код. А если более старая машина, ВИН-код там еще не указывался. Ну, вы такушку видели в сюжете, она явно была. Да, там нет ВИН-кода, номера сняты, и как установить, чья это собственность, пройти вообще невозможно. На объявление человек не откликнулся. Хорошо, если, ну, тут два варианта есть. Если выясняется собственник, значит, этому собственнику пишут, чтобы, там, чтобы он в течение там, нескольких дней, по-моему, 5 рабочих дней он убрал. Если не выяснили, то получается, по-моему, согласовывается, чтобы уже со специализированной организацией, чтобы машину вывезли на спецстоянку, на специализированную стоянку, значит, опять придет комиссия, это не просто так, чтобы все вместе собрались, комиссия стала вызвали на специализированную стоянку. И там она будет храниться в течение года. Вы понимаете, это целый год специализированная стоянка за эту машину должна отвечать. Не дай бог, с ней что-то случилось. А вдруг появится собственник, потому что это собственность, я защищаю, это собственность машина. Другой ну да, вопрос. У меня из 5 стекол одно было живое, а теперь я приду предъявлю претензии. Да, вот почему как раз составляется акт, в каком состоянии машина, чтобы не было чего-то лишнего. Ну, это примерно чем-то похоже, может, когда машину забирают на штрафстоянку, там, не там припарковано или еще что-то. Вот. Вот год она стоит, и только после этого, когда по истечении года, если хозяин не объявится, вот тогда уполномоченный орган, то есть районная администрация, обращается в суд о признании вещи бесхозной. И в законе города Казани, ну, точнее, в постановлении по городу Казани написано, что вот эта специализированная стоянка имеет право обратить это в свою собственность. Вот здесь, если в собственность муниципалитета в Альметьевске, ну, в Казани, например, значит, в собственность получается специализированной этой стоянки. То есть это чем-то даже напоминает анекдот, вот есть про нового русского анекдот, который там где-то в Женеве оставил свой Мерседес на стоянке. Взял кредит и сказал, в залог я оставляю свою машину. И в итоге целый год у него машина стояла бесплатно на стоянке. Владлен, а на самом деле то, что вы сейчас описали, это в постановлении в городе Казани, это постановление принято было еще в 2014 году. В Москве примерно такая же схема, там просто немножко другие сроки. Там, по-моему, 2 недели, в течение 2 недель хозяин должен объявиться. Но схема одна и та же, потому что это чья-то собственность. Надо выяснить, чья собственность. Собственника предупредить. Если собственник вот не найдется, вот тогда можно только через суд принять решение, что это бесхозная вещь.
Вот. И поэтому вот, вот очень длинная процедура, и получается показания, это пройдет практически около 2 лет. А, и самое главное, я не сказал еще. Дело в том, что все это делается за счет бюджета муниципалитета. В данном случае, если мы про Казань говорим, то значит это за счет бюджета города Казани. Какая-то палка о двух концах получается. Вот почему я и считаю, что от этого хлама, вот если вот при этих правилах, которые есть, не избавиться, потому что возникает вопрос, кому это надо? Вот для бюджета муниципалитета это лишние просто расходы. Это расходы не только же на эвакуацию автомобиля. Во-первых, надо комиссию собирать, да, людям все-таки какую-то зарплату ведь платят. А потом год она будет стоять на этой штрафстоянке, ну, это на специализированной стоянке она будет стоять. Ее же охранять, ее кто-то будет, там же людям платить. Так, я поняла. Владлен, теперь все-таки точный, четкий вопрос. Вот то, что вы сейчас описали, это абсолютно бесперспективно, да? На данный момент бесперспективно, я считаю. Что же делать? А надо делать, как в других странах. А в других странах, значит, там ведь как вот стимулируют, например, избавляться от старых машин. Ну, например, Германию возьмем. Там налоги. То есть, если у тебя старая машина, тебе начинают повышать налоги. И таким образом тебя стимулируют избавляться от машины. Потому что вот эта машина, вот, ну, вот, например, да, вот та же вот окушка, да, она же за кем-то числится. То есть, понятно, на ней нет номеров, еще, но тем не менее налог на нее идет кому-то. Когда она еще была, когда она бегала, если ее с учета не сняли, но даже если с учета сняли, налог то все равно должен идти. То есть, это чья-то собственность. Понятно. То есть опираться на зарубежный опыт все-таки есть примеры позитивные в этом решении. Да, это первое. И второе, это значит надо вводить, скажем так, меня, конечно, я понимаю, сейчас закидают помидорами гнилыми, вот, надо вводить стоимость стоянки. То есть даже около домов, вот, ну, ограждать. Вот в Москве очень много домов, практически почти все дома ограждены, там шлагбаумы стоят, и чужой-то, в принципе, там поставить машину просто не может, кто-то свой. И будет уже проще. Итак, мы проводили в течение всей программы опрос среди наших зрителей в группе ВКонтакте телеканал Татарстан-24. Давайте посмотрим вместе результаты. Мы спрашивали, слышали ли вы про программу по утилизации автомобилей у наших зрителей. Обратим внимание на результаты. 56%, подавляющее большинство, отвечает, что слышали и знают, что невыгодные условия. То, о чем вы ранее говорили. Следующий по популярности ответ. Нет, не слышали, но хорошо, что такая программа есть. Люди, значит, не погруженные, как мы уже сейчас понимаем, в эту тему. А на третьей позиции ответ «Да, хорошая программа». Мне вот любопытно, вот, наверное, даже по третьему пункту, что вы думаете? Ну, это очевидно, люди сдавали очень старые машины, но которые не являются раритетным, в более-менее нормальном состоянии, и за счет нее получали какую-то новую машину. Понятно, они влезали в кредит, получали там, условно говоря, свои вот эти 50 тысяч. Ну, сами понимаете, сейчас минимум машина стоит 1500-600. То есть они получали, условно говоря, 1/10, то есть это, наверное, шло где-то примерно как начальный взнос за счет кредита, сейчас, по-моему, в районе 10% где-то идет, вот, и, ну, и дальше выплачивают, наверное, я думаю, таким образом. Ну и в завершении программы все-таки, чтобы не было такого пессимистичного, да, у нас с вами завершение, все-таки еще раз буквально в нескольких словах напомним о том, что инициативу все-таки лучше проявлять жителям этого дома, например, не отмахиваться. Совершенно верно, потому что это и антисанитария, и, ну, и самое главное, эта машина занимает чье-то место. Ведь кто-то, кто живет в этом доме, может там спокойно парковаться на этом месте. А машина занимает это место. Поэтому, да, проявляйте сознательность и займитесь тоже решением. Во всяком случае, это тоже, как минимум, очищает окружающую среду. Итак, мы сегодня говорили о старых автомобилях, об их утилизации. В гостях у нас был Владлен Кобвилем, представитель Федерации автовладельцев России в Казани и юрист. Спасибо вам большое за то, что к нам всем пришли. Пожалуйста. Это была программа «Главные новости» в студии Лейсана Амдулина. Всего вам доброго.